Легион в топ ББ, нифига себе. Круто. Ой, на характере просто. Next game. Давайте считать, сколько я не попаду станов. Хорошо. Да не, дядь. Так, два стана из двух, хорошо. Хорош. Найс. Ну, свое дело я сделал. Нормально. Живем. Все равно живем. О, хорош. Нормально. Отлично, я думал, будет хуже. Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, сегодня у нас очередные топ-ББ. Сегодня зашли к Амалю вот этими ребятами, к вот этим ребятам, и будем играть, конечно же. Не забывайте поддерживать такие видосы лайком, подпиской, ребятки. Ну, в принципе, будем стартовать, будем душить, почему нет? Можно смело скипать здесь, скипайте и погнали. Не забывайте поставить лайк и подписаться на YouTube канал. Погнали, парни. Ну что, ребята, загрузились мы. Вот такие вот у нас сегодня будут игры. Вот такие составы опасные, мощные. Напишем статы. Давайте статы посмотрим. Посмотрим те же статы у нас там. Ну вот эти все ПТС, там 10-20-30. Let's go, let's go. Будем рандомить и посмотрим, что нам выпадет у нас. Все персонажи рандом сегодня. Мне нравится, что на 85-й карте пишут рандом. Это просто респект, это просто по кайфу. Но если честно, иногда максимально дисбалансит пики тем, что там 4 керри выпадает и еще что-то там подобное. Это просто ужастик какой-то. Ласт пиками войды бывают, это прям когда у тебя 3 керри уже есть, это... Это страшно. Это страшно. Брюмастер нормально. Брю. Патма. Такой себе. Као, норм, норм. Као, нормально, нормально. Каолин, это хорошо. Каолин, это хорошо. Кали не можно сыграть. Калин, это хорошо. Зомби, конечно, жестко. Так, у нас Леорики, отлично. Леорики, это отлично. Леги, Леорики. Ну нормально, ну смотря как тут отпотеем. Как отпотеем. Как отпотеем. Посмотрим, что у них на ласте выпадет. Там, я так понимаю, челы пишут, чтобы сделать рей за Каолина. Лол, честь. И как бояться этого героя, это ужас просто. Да чё там, дискорд врыв, поехала. Тэшка, эрка, дэшка. Мы трипл топ. Жесткая дота намечается, ребята. Жесткая. Сейчас покажем, как на Каолине не надо играть. Куру я брать не буду, пусть пацаны там сами берут. Или мне брать. Ну, у нас типа 3 керри, на самом деле, очень жадно. Это дерется. На медузе неинтересно.
Нафиг. Ист Лёвербруи. Чё ты хочешь, Лего? Ну ладно, го. Ладно, го, окей. Ну давайте на Леги тогда, окей. Раз он так и заявил желание. Заявил желание. Погнали по низу. На Леги сыграем. Сыграем тогда на Легионе. По идее, теоретически, на Леги тут вообще никаких проблем в этой игре. Ну, контроль... Промахи. Ну, чтоб меня внизу не задушили. Внизу, чтоб не задушили, и так нормально будет. Это будет у нас этот. Как его? Легион в топ ББ. Нифига себе. Круто. Круто. Легион топ ББ. Что там по зацепу? Замедло. Астрал, замедло, сетка. Жесть, там очень лютый зацеп. Лютейший просто. Просто лютейший зацеп. Лютейший зацеп. Даже, мне кажется, нет смысла спускаться на руну абсолютно. Просто нереальный зацеп. Там нереальный зацеп. Поэтому не будем лезть. Нафиг оно нам надо. Как будем собираться на Леги? Ну, возможно, через армлет. Давайте через армлет, в принципе, там депеса немного. Депес... ДПСа немного, поэтому, наверное, армлет соберем. Хорошо. Деда вперед. Деда вперед и погнали. Интересно, шаман 4 будет или центральный коридор? Коридор, да. Хорошо. Хорошо. Какие наглые. Не переагривается, понял. Но зомбезия меня тут отзонит, по идее, здраво. Прям под тэшку могут заходы делать. Понял. Понял. Скорее всего, сдохну уже. Побегаем. Да. Я, если честно, думал, что я мид пойду, поэтому я взял себе блейды. Если бы был топорик, я бы ушел. Но на мид меня не пустили. Будем тут стоять, сосать. Ладно, это все разминочное было, так что не переживайте. Да нормально у меня все тут будет. Не ссы. Все нормально будет. Не ссы, все нормально будет. Выфармим. Все ок. Выстоим. Все, огонь будет. Ребята, не забывайте поставить лайк, подписаться на YouTube канал. Это очень важно. Реально очень важно, потому что поддержка этих видосов — это то, что нужно, братцы. То, что нужно, пацаны. Не забывайте поддерживать. Будет очень приятно, если будете поддерживать. Это будет очень круто. Буду реально благодарен за поддержку таких видосов. Панда такая быстрая там. С пурмансом. Ну гений просто. Как обычно, не могу пройти. Давайте возьмем сапог стики. ТП-шку. Die,
Нормально. На леге несложно играть на самом деле. Просто главное держать позиционку. И главное держать позиционку. Левел у меня будет. Зоди вроде, зомби вроде... Ага, я умер, да, походу? Ну, ТП сделаем. ТП. Ой, крит! Да ладно. Ну, найс. Я уже думал, все, ГГ. Там крит вылетел, просто жесть. Я уже думал, все, good game well played. Крит вылетел, до свидания. Но не пробили, найс. Не пробили, найс. Сейчас они делают такой, знаете, как я всегда говорю на стримах, это временная сложность. Вот это именно максимально временная сложность, то, что сейчас происходит. Фарма особо не дают, да, там панда фармит. Я стою против триплы, все нормально. Там Queen of Pain душит вроде или не душит, непонятно пока что. Пока лайн вот здесь вот так стоит, я могу там отойти, вот здесь вот постоять. То есть, ну, никаких проблем нет в этом. Хорошо. Лайн подойдет, можно будет постоять нормален. Пацаны там за копы и охотятся. Ну, у Queen of Pain, конечно, есть небольшой козырь в рукаве. Этот козырь называется Blink. Ей намного легче в харде, конечно, стоять. Намного легче. Зомби-сапог тоже взял. Тоже сапог взял. Эридар тоже тут. Понял. Эридар тоже тут. Обходят, чуваки, обходят. Ну вот вообще злые, злые ребята. Максимально злые. Прям они меня жесть как хотят. Еще и шаман идет. Да вы че? Еще и шаман идет. Что это такое вообще, жесть? Ладно, идем лес, постоим. Четыре героя внизу, сейчас под тэшку заходить будет, я лучше. Я лучше в лесочек сюда нырну, аккуратненько здесь фарману. Что меня прям вообще тут хейтят нереально в этой катке. Четыре героя. Просто душат там. Ну, томбу в асрале. Скорее всего, не сломать будет. Скорее всего. Прям жесть какая-то. Очень жесткие ребята. Надо шестой апнуть и дуэлить. Там, возможно, шаман вообще пошел. Может, змеи поставит на меня. Нет, вон он ушел на мид. Хорошо. Но низ вынужден оставить. Слишком лютый зацеп. Астрал Томба, до свидания. Экспимся пока. Плохо, конечно, без топорика. Но что поделать? Что поделать? Докупим. Изначально надо было выходить в топор. Но я думал, я мид пойду. А я не мид пошел. Хорошо. Шаман на топе. Змей ставит. Хорошо. Так, Каолин пришел. А пусть поэкспится, у него есть возможность эскейпиться у пацана на Каолине. Пусть... берет. Пусть берет экспу. По-другому не получится. Что будет, заход? Заход хотят. Пойдем на руну. Пойдет. We humans have to stick together. Well, what are you waiting for? Inhuman beast? Suits my purposes. Ой, как хорошо продамажило туда.
Все, идем, выходим на лайн, потому что лайн освободили. Можно выйти пофармить. Можно выйти пофармить. Лайн что-то задушили, прям прессингует тотально. А мы тут сейчас подфармим. Тут подфармим. Хорошо. Пойдет, можно дальше идти бегать. Но они будут под шаманом на пуш играть. Прям на серьезном такой. Там и Ридар стоит в кустах. Пойдем на низ. О, здорово. Ой, на характере просто. Просто на характере. Хорошо. Просто на характере. Хорошо. Красавчик на этом. На Каолине прям бодренько сделал. Отлично. Просто лучше можно тут отметить. Залетел, нажал. Я уже думал, все, мне там ГГ, но до последнего. До последнего дрались. Сейчас армлет будет, с армлетом будет еще веселее. До армлета копейки, в принципе. Давай, давай, дядь. Хорошо. Да, нормально. Главное, дуэльки апаем, все остальное мелочь. Дуэльки главное есть. Так, у меня там перчатка. Единица, давай сюда. Во, найс. Отлично. Ну, на самом деле, складывается пока что прям пушечно. Почему? Потому что фарм появился. Душить можно. Армлет сейчас будет. Пойдем, кстати, монету. Блин, что я монету прогулял? Эй, надо было монету забирать, дайте. Комментарии излишни. Хорошо, пойдет. Армлет есть. Сейчас с армлетом будем вещи делать. Армлет на базе. И пойдем душить. Ребята душат, конечно, там. Триплой. Надо помогать. Погнали. Резенько. Пин оф пойнт байбэк. Жалко, до армлета очень далеко мне. Очень далеко. Хорошо. Пойдет. А что? Что за 12-минутка? Камон. Серьезно? Ну, пацаны ФФ напишут. Как там, Хин, на хай бибей зашел, да? Ну, тут пацаны сами все как бы сделали, но... Ладно. Погнали на экстовую. Что-то вообще... Не почувствовали, что ли, так сказать.
Ну что, ребят, давайте некстово у нас пошла. И будем пробовать интересные пики, интересных персонажей. Почему нет? Прошлая игра была максимально какая-то непонятная, неинтересная, что ли. И... Ну, ладно. Будем играть, будем смотреть, как сейчас. Надеюсь, пики получится балансные, чтобы было интересно и... Чтобы было весело. Реально, чтобы было весело. Let's go, пацаны, let's go. Попробуем. Первая катка что-то какая-то сегодняшнего дня у нас странная. Испугались, короче. Легиона. Легиона испугали, задушили. Рея. Не пикайте. Вот, да нифига. Как же они некро, прикинь, короче, да? Не, говорит, некро, типа... Рандомить некро. Некро, говорит, надо это, типа. Есефи. Вай, Есефи. Вая. Есефи. Есефи, да, брат? Ничего себе. Я могу 4. Могу 4 пойти, мне все равно. Могу на линии вообще станы просто размаксить и все, и кайфовать. Кайфовать. Только станами надо попадать еще уметь. Ничего, справимся, это мелочи. Там Войд. Войд, конечно, грязюка, но... Войд грязюка. Лину соло хотят. Если Лина соло будет, вообще все равно. Вай, фенех, да, попал. Вай, есть. Нормально, нормально. Под купол Феникса там. Ай, это жестко. У нас снайпер это кормушка. Фармить очень много нужно. СФ тоже кормушка. У нас все вата на самом деле. 4 ватных героя. Нереально, нереально ватные персонажи. Нереально ватные. Прям жесть. Очень ватные. Посмотрим, что раз ластпиком будет. Посмотрим. Last pick. Если игра будет интересная, то будет по кайфу, ребят. Really. Реально будет по кайфу. Если интересная будет. Надеюсь, так и будет. Warlock. Why, хорош. Warlock это то, что нужно. Найс. По кайфу. По кайфу, Варлок. Варлок это прям хорошо. СФ, СФ. Что до табу Амал? Давайте попробуем. Попробуем эту катку на вкус. Что там ласт пиком? Руда. Ну нормально, у нас есть чем отпушить. Есть чем отпушивать. Есть чем отпушивать, это радует. Ой, хорошо. Хорошо. Так, ну... Не знаю, честно говоря. Я бы сейчас даже на сефе поиграл, мне все равно. Серьезно. Только ВС Бруды в миду СФом не выстоит никак. Не знаю. Только если Некор сможет левел переапать. Линой тоже вначале тяжело будет. Лейвы. Посмотрим, кто куда. Кто куда. Трипла.
Трипла. Нет, Серсола. https://di.score.gg/c36qpwgt. Кена за срак. Let's go. Хорошо. 4. Тогда играем через сапожок хилочку. Через сапожочек хилочку. ВЛ, Кура, бери. ВЛ, Кура, возьмешь? Все хорошо, Вард. За пулю. Я все купил, расслабься, плюс оно. Нормально. Сапог возьмем. Играй на себя, говорит. Если я буду играть на себя, дядь, то я не буду брать сейчас сапог. Можно взять нулик. Хотя, если я четверка, да возьму сапог. Сапогом буду бить по голове. Если что, сапог кину во врага, нормально будет. Почему нет? Эй, поддержи видос лайком, подпиской. Почему нет? Ты давай не мороси, да? Почему моросишь? Давай нормально делай. Нормально подписался, нормально лайк поставил, все будет хорошо. Зачем что-то пишешь лишнее? Не забывайте, ребятки, поставить лайк, подписаться на YouTube канал. Почему нет? Спасибо всем за поддержку. Гоу душить. Гоу душить. Блин, если честно, очень хочется нулик взять. Не знаю почему. Нулик. Чтобы быть плотнее, чтобы дамажить лучше. Возьмем сапог все равно. Возьмем нулик. Цирклет. Майену. Погнали. Let's go душить. Let's go души. Самое главное это попадать станами, ребятки, в нашей каточке здесь. Тогда все у нас будет получаться. Тогда будет что-то получаться. Станом попал, побежал. Там единственная только проблема будет. Хорошо. Разминочку на стан делаешь. Каждый. Давайте считать, сколько я не попаду станов. Рили. Сколько я не попаду станов. Потому что попадать нужно. Это будет засада, походу. Что там по зацепу? Фениксы. Войд вот здесь. Ага, цементка. Цементка. Хорошо. Да не, дядь. Так, два стана из двух. Хорошо. Цементку, го. Хорош. Найс. Ну, свое дело я сделал. Свое дело я сделал, ребят. Два стана из двух есть. Так, вот эту штуку. Хилочек возьмем. Хорошо. Давайте стакнем здесь, отойдем. Стакнем, отойдем. Отлично. Стакнули на всех крипов сольем. Хорошо. Нормально сейчас тут экспы хапану. Прям бодро. Хорошо.
Прям бодренько хапанем экспы. Хорошо. Чё там на топе? Войд соло. Давай побегаем, дядь. Сэмка, прикинь, да? Хорош. Найс. Ну, сикера я подзоню максимально тут. Сикера максимально позоню. Все будет офигенно. У нас СФ на бустах. ЦМ-очка в этом, в смоках шла. Была принята. Так что нормально. Постараемся тут именно грязь наводить. Там за Т-шку зайти. Но сейчас ЦМ-ка, правда, ТП-шку нажмет. Ждем. Если что, там паузу поставили. Ну, наверное, не буду заходить. Лучше уйти на топ сейчас, к Войду. К Войду уйду сейчас. Сделаю вид, что суету навел. Ну, я реально суету навел. Снайпер пока соло стоит, если что, телепорты надо будет держать. Ага, там вон еще фен. Фен. Честно, где Войд? Где же Войд? Ага, брутка. Не попал, очень жаль. Так, один стан минусом. Один стан минусом. Один стан минусом. Хорошо. Пойдет. Попал станом. Работаем. На топ руну СФ идет, да? Блин, я бы дал ТП, но у меня маны не хватит на атаку. Поэтому в меду сейчас задушим. В меду задушим и погнали. Фазы есть, можно поесть. С фазами сейчас задушим. Сейчас скрипы зайдут в Т-шку. Хотя они вряд ли зайдут. Ой. Хорошо. Ну, не думал, что заберу. Пойдем подстакаем. Вот тут два кэмпа застакаем. И пойдем дальше. Нормально. Два кэмпа застакаем. Хорошо. Два икс сделаем ему. Пойдем на низ Войда шуганем. Нормально, фазики фастовые. Вообще по кайфу. Че там, душат тебя, да, на некре, чувак? Душат, душат. Вардик надо бы ему какой-то. Ой! Хорош вообще, че творит? Да ну нафиг. Ай, цементка где-то, цементка. Здорово, тетя. Не успеет. Хорошо. Здорово, тетя. Хорошо, отойдем. Пойдет нормально. Вот так глупо и нелепо сдох, на самом деле. Это просто ужас. Пусть некор фармит. Типа драка начнется, я Фениксу пойду сбивать кнопку.
Пока что ждем. Пойдем подстакаем. А, Феникс на топе, да? Стакуете. Войд соло стоит. Ну чё, пойдем тогда Войда понапрягаем. Рипер есть. Рипер есть, понапрягаем немножко. Варда нет, походу, тут, да? Странно, но ЦМ-ка так глупо умерла в прошлый раз. Очень странно. Очень странно. Так, минус, окей. Можно на топ полететь, суету навести. Но Войд меня убивает или нет? Сапогом, если только в меня кинет. Сапогом, если только кинет. Но по идее, я могу его. Могу. Плотный очень, жесть. Но минус купол. Минус купол, найс. Купол КД. Сейчас шестой апнем, еще можно будет что-то подшотать. Хорошо, успеваем, по идее. Найс, думал, пойду под стак, а там меня принимают. Жесть. Айс, мака возьмем, да? Побежали, пройдемся. Феникса надо оплодотворить немножко. СФ у нас хорошо, с Лотаром уже. Немножко, может, стаки ему помогли, это радует. Войд очень плотный, Войда я не пробью. Погнали ко всей толпе. Слейвы у меня раскачаны, ульта у меня есть. Тройка тоже заряжена. Феникс, если там нападет, какую-то кнопочку даст, да? Типа, я думаю, мы грязи наведем. Грязи наведем. Шестой левел, Фен. Сейчас Фен на топ пойдет. Невзначай за ним пойдем. Или не пойдем. Фарманем в миду. Левел 7. Хорошо. Мне кажется, меня могут обойти. Пойду команде помогать. Лучше с командой встану. Куда полезнее буду. Рили, чем соло, сейчас просто умру от ЦМ-ки. Во, сейчас этого можно будет принять. Даст и есть. Даст и есть, ребята. Опа, фен еще идет, найс. Фен идет, найс. Хорошо. Фен идет, можно душить. Это я понимаю, дотка. Это я понимаю. Толпой душим тоже как надо. То как надо душиться. Можно было вообще ботл тут сделать. Через ботл поплеить. Я сейчас юл сделаю просто, уже как мидер выйду.
Братка, дастов нету у меня. Дастов нету. Пойдет. Хорош. Чётенько я подошел. Чё там, БС? Горазряд ему дадим и на базу пойдем. Эх, эсэфи, эсэфи. Хочу разряд БС дать. Прям реально очень хочется. У меня почти юл есть. С юлом, конечно, поинтереснее будет. Гоу, Т2. Чё нет? Сейчас уже юл есть почти. Найс, найс. В принципе, делаем суету, то как надо делаем, ребят. Самое главное делать то, как надо. Мы одна команда, мы одно ядро. Душим нормально, толпой. Сейчас сделаем юл, юл, после юла стандартный дагер какой-нибудь. И, в принципе, должны заканчивать эту катку. В принципе, я так думаю. Пойдем на топе позадуваем. Руду отпушим. Вай, такой кайф, брат. Спасибо. Тараканы чисто вонючие, отлетели. Лина, конечно, хорошо отпушивает. Хорошо. Пойдет. Вай, найс. Вообще, как он меня там закармливает этими тараканами. Сейчас юл будет, мана будет, можно будет. Прям хорошо. Я и так нормально с него фарманул. Пойдет. Стан берем в двойку, пассивку берем тоже в двойку и работаем. И работаем. И работаем. Хорошо, юл умеем. Че там, брат, 600 хп? Ну пусть пушит. Маны чуть наберем, будем душить. Нужна мана на прокаст. Хорошо. Бедолага на бруде. Ай, бро. Чисто бедолага на бруде. Пойдет. Го на базу. Найс. Погнали к ребяткам. Что делать? Бруду мы угомонили. Бруду угомонили. Идем дальше. Бруду угомонили. Хорошо. Ну, вроде пока что у нас все идет отлично по карте. Мы задушиваем все лайны. И это очень бодро, это очень хорошо тем, что мы все-таки что-то на карте делаем. Не просто ходим АФК, да? Хорошо. Ребята позиционируются, двигаемся вместе. Ну, как вместе? Я соло большинство моментов отыгрываю. Ну, бруду остановить, чтобы не ломало. Зафармить ее. И ребята там Т2 сломали под големом. Мне кажется, я там в принципе не нужен. Постоять, понюхать. Да, каждый может. У меня есть юл, сейчас юлом можно будет кого-то цеплять. Того же Феникса или БС, если там нету до сих пор БМа. ЦМ-ку. ЦМ-ки вообще что-то не пошло отроумливать. Роума не было от ЦМ-ки. Вообще, абсолютно никакого. Поэтому как бы вопрос сильный. Войда можно цепануть там условно. Нет, не можно. Мне только на юлу поймать и все.
авойдить чувака. На авойде Еулом просто поймать чувака и все. Будет огонь. Пять, 18. Нормально мы поработали по карте, да? Но Войд еще не включался в игру. Сейчас возьмем даггер, если что, Войда будем перебивать. 1500 золота, если вот этого крипа еще заберем, плюс соточка. Если не заберем, ну я не буду соревноваться в ласхитах с некролайтом, пусть кому выпадет, тому выпадет по рандому, так сказать. Распределение золота. Ничего страшного. Ну, это золото выпадает мне, хорошо. Гоу, помогать. Снайпер с домиком нормально в силу в полную уходит. Отойду. Снайпера, походу, продаем, да? Хорош. Просто. Сразу разряда дал ему. Нормально. Пойдет. Живем. Все равно живем. Оп, хорош. Нормально. Пойдет. Отлично, я думал будет хуже. Я уже ТП-шку думал, все, надо на ТП улетать. Но они молодцы, хорошо скомбинили. Молодцы. Пойдет. Там у Сикера БМ был, оказывается. Если бы он БМ нажал. Ну, на его ошибке. Душанули. Гоудасты дропнем. За телепортом идем. Надо этот нулик продать. Нулик уже не нужен. Нулик не нужен. Нулик на подкреп очка был. Чтобы очко не болело. Нулик был. Так, ну все, в принципе, есть Юл. Можно будет кайтить, доджить, эвейдить, байтить. FF писать и тому подобное. Погнали пешком, я очень быстрый. Тут расстояние между Т2 и колодцем небольшое, можно будет задушить. Погнали. Let's go. Так, что там? Войды, да? Опасные. Можно, кстати, фармануть, потому что левел... 12-й, можно в 13-й сразу выйти. Левел очень быстро этот апается. Все, ластовый крип. Тут остается. Типа сразу в драке, чтобы быть заряженным на левел, на способность прокачанную. Почему нет, просто чуть подзадержался, let's go. Но правда мы сейчас опять в тайминге. Тайминги. Впадаем. Впадаем в тайминги того, что они опять с куполом с яйцом придут, и это будет бабошка. Это будет бабошка. Это будет бабошка. Хорошо. Раны мои залечат. Но если попал, было бы хорошо. Так, сколько я станов не попал, а сколько попал? Сколько попал, сколько не попал. Если честно, уже не считал. Не считал. А что за паузы? Хорош, да, паузить. Ну, ребята фармят, оппоненты. Нам нужно Войда... Ой, Войда, как-то СФа оберегать. Чтобы его не сливали. И снайпера. Потому что там Феникс. Попробовать его иулить. Если я его заиулю, он дальше будет лазером пилить. Надо пробовать станить. Но тем самым я могу затриггерить его на яйцо. Честно, не хотелось бы отдавать стрик. Реально не хотелось бы.
Блин, эти паузы по КД, это, конечно, проблема этих игр. Реальная проблема. Что там, на меду суета, некро, да, дали? Ага, БС. Так, ну в меня дали, да? Ой, снайпер отлично. Бедный воин. Ой, ему там лагуны все разрядили просто, жесть. Бедолага. Это забавно. Ну, вот в такой, да, команде. Конечно же, душить это жестко прям. Тимвайпы лютые. Ну, от саппортинга очень многое зависит на начальной стадии. Я, например, вообще саппортить не умею, реально. Ну, то есть я могу как четверка побегать, но именно в чем смысл саппорт? Саппорт — это вообще ноль ошибок. Если ты саппорт, нормально отыгрываешь, у тебя ноль ошибок, это изи-катка. Хорошо, минус есть. Нету минус. Ты чё, дядь? Пойдет. Станом не попал, кстати, чекайте. Попал, хорошо. Лол, это так было легко на самом деле. Нормально. Блин, это было... Если честно, эта катка, я не знаю, 20-минутка опять-таки. Ладно, оставлю win-lose, типа, ну... Не больше, ребят, не больше двух игр я буду вставлять в эти катки. Ну, типа, вот такая игра, типа, легкие получилось. Как тараканы бегут. Все, ВТФ просто. Буду не больше двух игр вставлять в эти катки. Ну, в эти катки, в эти видосы, ребят. Поэтому отнеситесь с пониманием, игры бывают разные. И, если честно, у меня не очень много времени заходить на эти катки, да, то есть там сидеть целыми днями, плеить их, отписывать у меня не получается. Вот, и какие игры есть, такие есть. Самые интересные, да, либо те, которые, ну, просто есть, я выкладываю, ну, чтобы вы просто понимали, что здесь происходит и как в целом. Ну, бывает по моментам игровым тут. Поэтому отнеситесь с пониманием, да, игры не очень интересны. Вот это, например, да, начальная стадия интересная получилась. То есть лайнинги, вот это все, это... Ой-ой-ой. Чё себе ты? Да даггер же был уже. Жесть. Ну 23 минуты, ребята. Вот такие вот игры. Две, одна 15, другая 23. Не знаю, ну судить вам опять-таки за эти катки. Ну, этот видосик подходит к концу. Ребятки, не забывайте, что новые видосы выходят каждый понедельник и четверг. Не обессудьте, ну оставлю два видео. Не вижу смысла третью игру сюда пихать. Ну просто, ну реально нет интереса, ребят. Реально нет интереса, потому что очень много времени тратится в целом, чтобы вообще заходить на эти игры, потому что я не всегда могу зайти. В целом, ребятки, спасибо всем, кто посмотрел. Не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на YouTube канал, чтобы не пропускать такие видосы. Ну и на этом все. С вами был Ксаназис, и до скорого.